Мод Create у каждого из вас вызывает интерес, но многие не знают, что он реально из себя представляет. И для этого я, Кирка, в своей старой манере попробую без всяких соплей разжевать вам шаг за шагом, как играть с этим модом и какие механизмы можно реализовать. Для начала познакомимся с блоками, которые модификация добавляет в генерацию мира. Это цинковая руда, известняк, пепел, темный пепел, кремзит, азурин, охру, виридиум. Цинковая руда появляется на высоте от 70 блоков до минус 63. Используется в процессе дробления, промывки, переплавки в соединении с другими материалами и в качестве декора. Также, как и ванильные металлы, имеет 4 вида обработанного материала. Блок рудного цинка, кусочки цинка, цинк, цинковый блок. С модом Create добавляется 5-й вид обработки – дробленная руда. Она может быть как медной, железной, золотой и цинковой. 4 новых рудоносных блока – азурин, кремзит, охру, виридиум. Появляются в мире в виде небольших кластерных месторождений. Их можно использовать в качестве декора. Или же использовать, чтобы получить дополнительные ресурсы после предварительной обработки в виде дробления. Азурин дает цинк, кремзит – железо, охрум – золото, виридиум – медь. В верхнем мире вы можете найти известняк, а в нижнем – пепел и темный пепел. Они используются исключительно в декоративных целях и имеют свои варианты внешнего вида. Также дополнительные варианты обработки в камнерезе появились и у таких ванильных блоков, как андезит, диорит, гранит, натечный камень, туф, сланец, кальцит, медь, стекло. Не появляются в генерации, но тоже блоки, латунный блок, блок розового кварца, плитки из розового кварца. И как вы можете заметить, мод Create добавляет свои уникальные блоки и не забывает про ванильные. И все, я это рассказал вам за 1.5 минуты. Не то что некоторые. А в следующем ролике расскажу вам, с чего начинать играть в моде Create.